Учебник нет! Что для меня Тарков? Для меня Тарков это игра мечты в первую очередь. Я не знаю, как это объяснить. Ну, для меня это игра мечты. Ганплей, наверное, да. Ганплей и... анальная боль. Найс. Bullshit. Bullshit. You sure about that, my dude? Yeah, we'll see about that. Никита, Ники-и-и-и, когда вайп? Когда вайп? Никита, когда патч уже будет? Мы на месте. Нормально живем, пацаны. Ща к барыгам, а потом по бабам. Get off the road! Oh my god. I saw it on the ground. I was like, man, that's some weird looking debris. Whoa! Endgame content. Endgame content. Что, какие? У меня есть уже. Давай. Ну, не знаю, играли, я думаю, многие играли. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. В категории «Лучшая альтернативная озвучка» очереди участвуют следующие номинанты. Кеша АК-47 Рэмбович.
Виталий и его лента. Витра, аля. Эроптические булочки. Не спеши! Собака твоей бывшей. Матвей Маканахи. Серега под вдор. Он смерти. Он двоих снял и вообще. Чем он? Ноги ему отстреливайте нахер. Все, он всех убил. А мне Серега вообще никакой. И награды получает. Леонардо. Wake up, you piece of shit! Йо-йо-йо, всем Deus Vult. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ребят, вы лучшие, у вас, видать, нормально с юмором все. Если вам зашло это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. А чтобы поддержать автора, можете перейти по ссылке в описании. Все, кино не будет. Электричество кончилось.